Я его вчера обняла по-дружески, поддержала. Потом мы там сидели все, я говорю, мне так хочется Илюху обнять, мне так его жалко. Он не ценит, неблагодарный реально. То, что я вот взяла его венчик и вот так вот целовала. Вот там, ну то есть без камер. И под ручку взяла, просто обняла, поцеловала. И он смеялся, говорит, ты, Олька, ты чего? Ну, а сейчас мне говорит, ты чего, типа, вообще? Не, ну машина? Понимаешь, если это происходило без камер, то... Да я не хочу ничего доказывать, мне не надо, не я иду, хожу, он просто. Ему кто-то донес, что якобы я его целовала. Я девчонка видео вчера кому-то сказала. Ну ладно. Я бы вообще бы даже значения бы не придала, я бы вообще промолчала бы. Даже в щечку, боже мой, я Олега целую в щечку, тебя целую в щечку. Они все. Если вот это было без камер, то в этом никто никогда не признается, сама понимаешь. Вообще, вчера такое, я тебе честно говорю, подожди, Венчик, не уходи, дай, дай, говори мне просто вот так все сейчас. Вчера сидим, Лизка там, Олег, кто-то еще, Кристинка, по-моему, я вот так его по ноге трогаю, ну, волосы, понял. Он такой, Ольга, что трогаешь, типа, ну, просто нравится, говорю. Хочется, ну, мужское тело, да, все равно хочется потрогать. Вот. Он такой, понятно. Только Маша подходит, я его начинаю трогать. Убери руки, не трогай меня. Оль, ну вот когда будут видеозаписи некоторых моментов, тогда уже, я думаю, если... Учитывая... Да не к чему придраться. Да блин, ну это такой бред, вот серьезно. То я... это уже будет совершенно другой разговор, ты же сама прекрасно понимаешь. Все, он сказал к нему не подходить. Я вчера еще говорю, что мне, к тебе так, не подходить? Ты говорю, к нему вообще... теперь реально не будешь подходить? Ну он будешь... сказал к нему не подходить, все, что бы я бегала за ним. То есть... Я вчера еще, мы из-за этого ругались. Оля, ты меня не слышишь. Я не могу, я всех не помню. Назло ты к нему подходить теперь не будешь. Не буду. Все, он меня обидел. Все, ты обиделась. Я обиделась. Все.